Новинки из Макдональдс. Никаких опознавательных знаков, если раньше они хотя бы писали где и что, то здесь как бы непонятно. Но окей, с бургерами разберемся. У них появились вот такие вот звездочки чеддер. 4 штуки стоят 55 лей. Если их разорвать, то можно внутри увидеть очень много чеддера. По запаху такое ощущение, что смешали уксус вместе с сыром. Вот эти белые штучки интересно хрустят, панировка хорошая, но сам сыр чеддер оставляет желать лучшего. Мне это не понравилось, тем более 55 лей за 4 такие штучки, по-моему, это дороговато. Следующий на очереди Мэри Бургер. Вот так вот он выглядит. Здесь очень много капусты, которая, как всегда, вываливается. Внутри у нас соус. Даже жопки огурца Макдональдс начал ставить в бургеры. Кризис сказывается на всех. И, насколько я понимаю, с этой стороны у нас котлета без никакого соуса. И это свинина. Давайте пробовать. Если сравнивать это с теми бургерами, которые сейчас вы можете купить в Макдональдс, то это на голову выше за счет котлеты. Она больше, она мясистей, и у нее больше вкуса, нежели у той говяжьей котлеты, которая используется во всех остальных бургерах. Также мне здесь понравился соус, также мне здесь понравился карамелизированный лук. Салатик здесь, как всегда, ни о чем, но если его не брать в расчет, то это где-то твердая восьмерочка. Единственная цена этого бургера 85 леев. Я думаю, что это оверпрайс, и где-то за 60 это прям отличный бургер. Следующий бургер. Бургер Фестив, стоит он тоже 85 леев. Выглядит он следующим образом. Снизу уже появился соус, скорее всего майонез. Сверху у нас тоже белый соус, лук и немного капусты. Также большая котлета, сыр и очень пахнет луком. Если вам не нравится вкус свежего лука, этот бургер точно не для вас. В запахе и во вкусе на первом месте это лук, причем очень ядреный. Вот так вот взять его в обед, перекусить и потом дальше пойти работать и общаться с людьми вообще не вариант, потому что от вас будет амбре луковое. В остальном это хороший бургер. Мне очень нравится майонез из Макдональдс и здесь его в большом количестве. Если вы берете МакПуэшор и они ставят там чуть-чуть, то здесь соуса прямо очень много. Капуста здесь вообще ни о чем, на вкус она никак не влияет и я до сих пор не понимаю, зачем Макдональдс использует ее в своих бургерах. Давно бы взяли, выбросили, и было бы и так вкусно. Пока я снимал, мне сказали, что здесь должна быть еще морковка. И я открыл, увидел вот раз и два. Больше морковки здесь нету. Красная цена этому бургеру 60 леев. За 85 в Маке можно набрать чего-то повкусней. Ну а сейчас...